Так, нет, заново. Потому что я запись не включил в тот момент. Всем привет, с вами Николай, доктор Реплейдер. Я приветствую вас на своем стриме игры Ace Attorney Trials and Tribulations. Мы дошли до третьего дела. Я вам напоминаю, дело об убийстве в ресторане. Там парни траванули, подсыпав ему что-то в кофе. И уже признали виновную официантку, хотя она тут совсем ни при чем. Но ее очень умело подставил один урод. А после обновления на Good Game у меня все еще ничего не идет, это печально. Ну ладно, наверное, я немного подожду. Вообще тут показывают, что сигнал есть, так что, видимо, просто большая задержка. Так, Twitch вообще не хочет Да. Какое же дерьмо этот ваш Twitch. Хотя на самом деле не всегда. Так, я бы хотел видеть то, что у меня происходит на экране. Может, у меня на компе интернет отпал? Да нет, нет, не отпал. Good Game показывает. Значит, с Twitch'ом дерьмо. Ну, значит, не зря я советую людям на Good Game смотреть. Так, мы уже взяли газету. Да, вот она, по-моему, да? Нет, не эта газета, вот эта газета. О! Спортивная газета. Или как-то спортивное издание. Дайте посмотреть, дайте посмотреть. Оправдал ли Гадсон Браун свой... Гадсон Браун... Ладно, неважно. Нет времени думать, как это произносится. Оправдал ли Гадсон Браун свой титул? Прости, Мэгги. Но вообще-то это издание устарело на месяц. Оно датируется днем убийства. А Гадсона вчера уволили, к сожалению. Так, я и правильное издание принес. Да, я и правильное издание принес. Ладно, значит, сейчас все будет. О, нет. Я нашел эту газету возле стенда с журналами в Трибьян. Правда? Это странно. Трибьян закупает газеты. Мистер Армстронг говорит, что они его не интересуют. Тогда, может быть, она принадлежала кому-то из посетителей? То есть, нет, может быть, ее оставил кто-то из посетителей? Как бы то ни было, все, что я хочу знать... А, нет, все, что я хочу, это чтобы ты посмотрела на вот эти пометки. Ага, вот оно, сэр. MC Bomber. Именно это название было написано на CD. Как я и думал. Что ж, похоже, это не MC отвертка, в конце концов, да? Так, эти 100 тысяч долларов должно быть сумма за контракт звукозаписи, верно? Если бы кто-нибудь дал мне 100 тысяч, я бы уж точно запела. Мастер Кюрейн, песня духов, или даже тема Май. Да, это было бы интересно послушать. Да, было бы неплохо, если бы мне кто-нибудь написал в чате, как там идет, как там звук. Twitch, кстати, по-прежнему мертв, но Good Game показывает себя вполне нормально. Да, Андрей, если ты меня слышишь, было бы неплохо, если бы ты добавился сейчас в Skype. Ну, хотя бы попробовал. Так, стоп. Где ты у меня? Во. Так, стоит, наверное, написать в чате, что стрим уже идет, а то мало ли.
Окей, Майя. Значит, если CD-образец был на столе жертвы, это означает, что эта газета должна была принадлежать жертве. Ты прав. Значит, жертва это оставила в день убийства, а? Я думаю, нам лучше продолжать расследование, не так ли, Ник? Ладно, кажется, дозваниваться бесполезно. Так, ну возвращаемся в Требьян. Января Требьян. О-ля-ля, бонжур. Добро пожаловать в Требьян. Не знаю, я попробую изобразить французский акцент, но не знаю, как у меня это выйдет. О, привет. Что случилось с Майей? Она словно застыла. Пенюви. Добро пожаловать в мой ресторан. А? Биавеню? О, но... Мой... Питай... Так, надо проверить. Да, это очень нехорошо, когда вмешиваются какие-то заимствования из французского. Потому что... Можно начать их путать. О, привет, Скок. Так, у меня вроде на телефоне был переводчик. Чтобы каждый раз не перегибаться, блин, через экран. Так, я вроде его не сносил. Только где он? А, вот он, да. Так. Китай. Чим. Блин, как я раньше до этого не додумался. Да блин. Ага. Он, но... Моя маленькая чуилка. Блин. А, нафиг. Просто листаем. А, я? Посмотрите на свое лицо. Словно... Для котенок, брошенный своей матерью. Вы... Да, привет, Антон. Рад тебя видеть. Так. Вы... Устал. Ты устал. Фу. Ты устала. Но... Алор. Тебе нужно это. Ароматическое масло из ланероли и для розы. Моя персональная рекомендация. Вы думаете, что мне это нужно? Уи-уи. Просто чуть-чуть покапай микстуры в ванну и вуаля. Да. Это укрепит твое тело и твой разум. Твой ум. Это просто фантастик. Правда? И для месье. Для кого? Для меня? Посмотрите на свое лицо. Словно сыночек, брошенный самой жизнью. Вы устали, но
Для вас, месье, я рекомендую это. Масло бергамота. И может быть, уи-уи. Короче, он нам какие-то духи пытается толкнуть, а вы что-то перемотают. Такой? Нет. Видимо, это важно. Он будет и дальше толкать эти телеги. Рейтинг. Но это явно английское слово. А может и нет. Такой необычный рецепт. Подарит вам невероятную красоту, месье. Мою красоту? Давайте перейдем к допросу. Вот. Присядьте. Если вы присядете, я принесу специальное меню на день. На самом деле мы здесь не для того, чтобы есть. Мы юристы. Мы здесь юристы. Я уже знал это, месье. Вы Феникс Райт, но... да, вы меня знаете. Nice, oui. Я никогда не забываю мужчину, который флиртовался. Замечательная фраза. Особенно в суде. Да, фейтик и усталость. Я уже посмотрел гуглом, но все равно спасибо. Я полагаю, его допрашивал наш таинственный син Йов. То есть Феникс Райт наоборот, это она двойника так называет. Похоже, все, что я делал с этим делом... Так, нет. Похоже, что все связано с делом... Нет, все связанные с делом уже знают, кто я такой. То есть, кто я такой. Ударение на этом слове. Интересно, какое впечатление Син Йоп оставил у людей, не так ли? Позвольте представиться еще раз. Я Жак Армстронг, Энчанте. Требьян, что случилось? А что означает требьян? Я знаю тре, это означает три, верно? Но. Требьян... Французская. На английском вы бы сказали очень хорошее. Very good. То есть по-русски вы бы сказали очень хорошее. Ладно, пролистываем. О, очень хорошо. Уи. Впечатляет. Ля атмосфера. Требьян. И ля... Уи. Займ. Ага. Ля атмосфера. Требьян. И ля кухня требьян. Если еда так хороша, почему здесь нет посетителей? Угадай с трех раз, приятель. Тут есть место, оттянутое полицейской лентой, и там недавно было убийство. Я думаю, люди не очень-то спешат идти в ресторан, где кого-то отравили. Я думаю, это плохо для бизнеса. Моя кухня не так далеко. Некоторые люди... не ценят домашнюю кухню. А я думал, всем нравится горячая кухня. А, нет. Наверное, все-таки он тот сказал искаженно. Поскольку я потерял ноги, у меня недостаточно персонала.
Так вы, значит, теперь этим местом управляете один? Уи. На ля момент. Никто не ответил на мою рекламу. О, бедный Муа. Пожалуйста, не заигрывай со мной, пока это говоришь. Я ля шеф. И я ля менеджер. Ладно. Я думаю, не стоит слишком над этим задумываться. Я также обученный ароматерапист. Ароматерапевт. Короче, он этими самыми увлекается парфюмерией. Арома что? Практикующий ароматерапевт. Для искусства... Да. Для искусства успокаивать душу с волшебными цветочными ароматами. Волшебными. Запах, исходящий из этих бутылей ранее, был чем угодно, но только не... Что случилось? Так, вы могли бы мне рассказать об инциденте? Бьян. Мне очень неприятно вспоминать, но я хорошо это помню. Прошло более месяца, насколько я знаю. Да, я полагаю, прошел месяц с тех пор, как Мэгги задержали. Итак. Это было третье прошлого месяца. Сразу после полудня. Мужчина, заказавший кофе, внезапно почувствовал себя плохо. Из-за того, что его кофе было отравлено. Это правда, насколько я знаю. Именно Мэгги отнесла ему кофе. Это было на ля кухне. Я слышал, как кто-то упал. Когда я пошел посмотреть, что случилось, он уже лежал на стуле. Нет, упал со стула. Нет, потерял сознание на стуле, скорее так. Что-то я хотел сказать. А, я хотел сказать, что французы, наверное, не прибавляют так часто ля ко всем своим словам. Я в этом не уверен. Это же артикль. Добавляю. А, да. Ну хорошо, спасибо за поправку. Он был мертв? Я, а я... Угу. Mon Dieu, oui. Он был мертв. Мэгги также была без сознания. Так, какая же буква у меня теперь выполняет роль А? А, вот это, понятно. И этот мужчина, который умер, он был один? А, господи, а вот. Уй, месье. Совсем один. Врёшь и не краснеешь, сволочь. Я знаю, что Мэгги сказала, что был кто-то еще. Я вижу. Да, полиция. Они спрашивали меня много раз. Вы уверены, что никого не было за тем столиком? Спрашивали они. Но я был не один. Старик сказал то же самое. Старик? Какой старик? Старик. Так о каком старике вы говорите?
Во время убийства здесь был другой посетитель. Что? Кто-то еще это видел? Мэтт Ви, как обычно, он пришел один в тот день. И во время убийства он был здесь. Он видел это тоже. Но он сказал то же самое. Никого больше не было за столиком жертвы. Но Мэгги клянется, что там было двое. Мисс, мадемуазель, ля юрист. Не смог доказать это, но... По поводу юриста. Это был я, значит? Мисс, бенсюр. Ух ты. Он первый, кто говорит, что это не я. Не обманывай себя, Ник. Кто же все это придумал? Так, ладно. У нас появилась новая локация? По-моему, нет. Так, значит, мы еще что-то должны ему предъявить, да? Так, стоп, только я сперва сохранюсь. Так, надо закрыть, пожалуй. Так, ну, поскольку Twitch у меня ни хрена не прогружается, я его закрываю, чтобы он только зря оперативную память не тратил. Так, оставляем, значит, то самое нужное. Так. Что же я ему не сказал? Или что я ему не показал, что он... Должен был нам сказать, где искать старика, который так же был в тот день. Так. Мы нашли этот спортивную газету на журнальном стенде. Наверное, кто-то из клиентов забыл. Вы знаете, что это был за клиент? Единственная идея, которая у меня есть, мадемуазель, я сохраню до моей кухни. Так, ладно. Так, это нам ничего не даст. Я не юрист. Не хочу... Ничего говорить... не хочу никак обидеть, но ваша защита в суде в тот день была немного, как бы это сказать, слабой. Вероятно. Да. Даже француз, который... Совершенно не знает английского, мог бы лучше справиться с работой. Но вы были круты. О, вы такой обаяшка. Ух ты. Интересно, насколько плохой могла быть защита. Каждый раз, когда вы открывали рот, судебный зал. Так. Что он там делал? Так. Шумел, видимо. Ладно. О боже. Такое я не хочу воображать. Так, ладно. Ну, вообще-то, мне казалось, что он сразу нас должен отправить по правильному адресу, но он что-то не хочет. Сейчас посмотрим, на что ему надо надавить. Так. Thank you.
Надо, может быть, еще раз к Мэгги сходить. Но она ничего нового не скажет. Про второго свидетеля. Дерьмо, это не прогружается, блин. Замечательно, фигня тоже закрылась, ну хрен с ней. Ладно. О, так вы встретили моего нанимателя, мистера Армстронга. Он, как бы мне это сказать, весьма необычный, а? У него очень напряженная аура, как у шефа и как у человека. Да, и еще у него там очень напряженные ароматы. Так мистер Армстронг правда не видел убийцу? Вероятно, нет. Но он же все время был на кухне, так что я думаю, возможно, что он его не видел. Сейчас мало поможет то, что она никогда типа не сдастся, как она утверждает. Так, извините, я браузер перезапущу. Что же мне еще этого урода спросить, чтобы он ее матрис дал? Ладно, сейчас придумаем. Думаю, чтобы эта хрень прогрузилась. Так. Я временно закрыл браузер, кстати. Сейчас я его по новой открою. Так, ладно. Мэгги была полицейская однажды. Нэнси Спас. Да. Но ей пришлось уволиться. По причинам, над которыми она была не властна, Уи-уи. Она была ля подозреваемой в деле об убийстве, но... О, вы об этом знали? Вот почему я ей дал этот парфюм для счастья. Парфюм для счастья. Или как-то парфюм, наверное, все-таки. Okay. Ладно. Уи. Смесь из бергамота. Как вроде той, которую я дал вам раньше. Но ее арестовали снова. И в этот раз признали виновной. Это правда. Естественный аромат. Несчастье должно быть очень силен. Должен признать. А, просто признай это. Твой парфюм не сработал. Я не удивлен, что она главный подозреваемый. После того, как что-то вроде этого произошло перед моими глазами. Что-то вроде этого? О чем он говорит? Это означает... У Мэгги был мотив. Мы должны взять у него больше информации. Так, ладно.
мотив Мэгги. Когда Мэгги относила кофе жертве, что-нибудь случилось? О, уи. Я полагаю, можно и так сказать. А что случилось? Но это... ничего. Послушайте, Мэгги сказала, что даже не знала этого парня. И тем не менее, ее заподозрили в убийстве. Обвинение должно было найти какой-нибудь мотив. Уи, это правда. Если хоть что-то было между Мэгги и жертвой, это может быть важным. Так что, пожалуйста, скажите нам, что вы знаете. Опять. Психозамок. Невозможно. Что происходит, Ник? В общем-то, понятно с самого начала, что этот урод нас водит за нос. Нам нужно просто убрать, что за... что не так. Магатама. Она пропала. А? Она была в моем кармане, но... она словно растворилась в воздухе. Что? Но тем не менее, я могу видеть психозамок. Может быть, это значит, что Магатама рядом? Я не удивлюсь, если он ее у нас испер. Надо просто его как следует это самое допросить. Мистер Армстронг. Могу я кое-что уточнить с вами? Столик, за которым сидела жертва. Там кто-нибудь еще был? Но этот вопрос вы должны ответить сами. А? Я? Старик провел все время танцуя... Нет. Данс. Если это опять французское слово. Да, это, наверное, французское слово, ладно. Данс ля парк. Ля парк? О, парк! В каком именно парке? За ля рестораном. Он называется Витамин Сквер. Спасибо. Живу Энфрия, моя дорогая. Давай проверим этот Витамин Сквер прямо сейчас, Ник. Не, ну насколько хорошо они подготовлены, если они даже догадались про Магатаму и что ее надо спереть. Так вот он какой Витамин Сквер. Да. Теперь я понимаю, откуда они придумали это название. Фрукты просто кричат витамины на тебя. На тебе. Эй, Ник. Это тот парень, да? Это тот самый старик, про которого говорил мистер Армстронг. Этот... ворчливо выглядящий старикашка. А, то есть это ворчливо выглядящий дедушка. Он бросает... то есть он разбрасывает семена для голубей. Майя, он бросает семена не для них. Он бросает семена в них. Да, но по музыке ясно, что серьезное дело. О. Мой датчик... ворчливости только что зашкалил. Какая-то, знаете, гибрид темы Крестного Отца и темы Империи Звездных Войн. Что вы видели, Мэгги Боярд Требьян? Ладно, что вы видели? Сразу к делу, безо всяких, понимаешь, танцев. Вот.
Надеюсь, она ничего не случилось. Привет, Буша. Сохранил. Простите меня. Извините меня. Вы не против со мной поговорить? Да. Я бы просто хотел задать вам пару вопросов. Что с вами случилось? Вы что, не видите, я занят? Так вам не нравятся мои семена, а, голуби? Он действительно кидается семенами в них. Наверное, это больно. Продолжайте, жрите. Простите, сэр, могу я вас спросить про Мэгги Боярд? Я не знаю никакую Мэгги Боярд. Да, вы знаете, Мэгги. Она официантка в Требьян. Это омерзительно, скажу я вам. То есть, честно. Полностью... Не, как это... Ну да, полностью омерзительно. Скорее бесчестно все-таки. Бесчестно? А, да, он говорит бесчестно, полностью бесчестно. Невинная юная девушка оказалась вот такой. Оказалась? Вы имеете в виду ее форму? Ах, сегодняшняя молодежь. У них совсем нет стыда. Нет стыда, говорю я вам. Совсем нету. Блин, походу мы нашли потерянного мужа этой, как ее там, Олдбэк. Что случилось со старыми законами Бушидо, со старостными ценностями Бушидо в Японии? Такими как честь и... Да. И после этого они еще будут пытаться нас убеждать, что действия в Калифорнии, конечно. О, черт. Так, он не расколотился там от этих падений? Вроде нет. Так. Честь и модестия. А, честь и скромность, понятно. Да. А что насчет меня? А, то есть нет, не оказалось чем-то вроде этого, а раскрылось вот так. Вот что он сказал. А что насчет меня? Мне нету ничего откровенного. Ты? Твоя проблема — это отсутствие... Твоя проблема — это отсутствие благодати. Говоря о том, чтобы задеть девушку побольнее. Вы часто ходите в Требьян? Это жалкая пародия на ресторан? Мусор, который они там подают, это даже не еда. Где суши, темпура, рис? Требьян вообще-то французский ресторан, сэр. Где мы, по-твоему, мальчик? В Париже? Я хочу настоящую еду, а не эти мерзкие закуски. И что насчет этой бесстыдной этих бесстыдных девчонок? Вы имеете в виду официанток? Вы можете хорошенько разглядеть их... их... Да, официантки. Они практически голые. Это бессовестно, не так ли? Ну, бессовестно же. Послушайте, это не мой ресторан. А, жалкая пародия на ресторан, вот что это за место. Жалкое. Ну, он очень хорошо знает это место. Наверное, он постоянный посетитель. Но если он его так сильно ненавидит, почему он продолжает туда ходить? Я думаю, он, несмотря на то, что он продолжает говорить, что это бессовестно и, как бы это сказать, аморально так одеваться, тем не менее он любит на них глазеть. Постоянный в Требьяне. Вы постоянный в этом ресторане, сэр? Просто если он вам так сильно не нравится, зачем вы туда ходите? Сэр.
Вот вам, вы мерзкие голуби. Вы хотите еды? Ха-ха. Получайте. Он, наверное, что-то скрывает, да? Если так, я должен был увидеть психозамок. О, подожди. У меня же Магатамы с собой нет теперь. Помни ник. Магатама лишь... Лишь заем? А, ладно, вы, скорее всего, не видите экран. Что это вообще значит? Ладно, неважно. Короче, мне кажется, ник, он настолько давно и хорошо работает этим самым адвокатом, что он уже должен научиться видеть ложь людей безо всяких магических талисманов. Просто хорошо выучив их психологию. Тебе лучше ее найти, иначе... Если Перлс когда-нибудь узнает о нем, то есть если Перлс когда-нибудь про это узнает, я испытаю настоящую боль. О, здесь лежит журнал. Он полон предложений работы. Ты мерзкий ворюга. Подбирая что-то без разрешения. То есть брошенное кем-то без... Другим без разрешения. Брошенное? Это вы это выбросили? Вы ищете работу? А? Это не твое дело. Простите. Боюсь, я заберу этот журнал с собой. Я не хочу, чтобы он был у кого-то другого. Отдай его. Очень жаль. Теперь, когда ты его так отчаянно жаждешь, я тем более не хочу его тебе возвращать. Эй, это мое. Никого это не парит, дедуля. Просто такой засранец. Эй, посмотри, голуби. Да. Их тут целая стая. Ты знал, что голуби — это символ мира? Вообще-то это... проклятие. Вот уж этот английский язык. То есть он хороший, конечно, но такие в нем нюансы дох. У нас голуби и голуби, а у них, видимо, серые и белые разными словами помечены. Ну да. Имеется в виду белые, а не серые голуби, Майя. Бедняжки. Просто из-за того, что они серые, не означает, что они не могут быть символом мира и гармонии. То есть нет, просто из-за того, что они серые, они уже не могут быть символом мира и гармонии. Ты слишком много об этом думаешь, Майя. Да, точно. Дав — это белый голубь, Пинджен — это серый. Я этого раньше не знал. Это будет полезно. Не вздумайте в следующий раз, да, перепутать Спинджен. И тем более, я надеюсь, никто не думал никогда, что Пинджен — это пингвины. Хотя слова очень похожи. Это место такое фруктовое. Это неплохо. Кроме того, я люблю яблоки. Они находятся среди... То есть, они относятся к моим любимым. Значит, огрызок яблока идеален для тебя. Да, наверное, это огрызок яблока. И что там такого идеального? О, ну же. Не будь таким занудой. А, нет, неправильно. Этот каток в виде яблока идеален для тебя. Скатись пару раз. Ну же, давай. Ни за что.
я окажусь весь в песке, если я скачусь по этому катку. И все это увидят. Да, ты прав. Иными словами... А, иначе я бы тоже попробовала. Так, это что за хрень? А, это чей-то песочный замок. Когда-то я любила играть в песочнице. Так что ты не поверишь. Правда? Ты? Конечно. Искать железки в песке с магнитом было одним из моих любимых занятий. Железки? Ух ты. Это слишком волнующие слова. Опилки. Железные опилки. Ну, вроде люди так говорят. Хотя обычно опилки бывают деревянные. Ну, ладно. На самом деле мы вроде все тут осмотрели, или мы что-то могли упустить. Говорит, ты находила все железо? Нет, никогда не случалось, но я была к этому близка. Думай об этом. У меня все еще с собой железные опилки, которые я тогда нашла. Хочешь их? Нет. Так. Старый хмырь нам, конечно, ничем не поможет. Поэтому мы сейчас вернемся в Требьян. Да. Текс. Мадемуазель? Да? Вы ищете работу? Что? Нет. Я просто... Дайте посмотреть. Ваш стиль другой, но у вас милая личико. Другой. Запишите французы со словами. Что-то французское. Синим. Ясно. Блин, походу на английское слово. А. А, поздравление. Не, это все-таки французское слово, означающее поздравление. Felicitations. Вы прошли. Я нанимаю вас. Bien. Идите со мной. Я обучу вас всему, чего, что я знаю. Ник, помоги! О, господи, страшный шеф утащил Майю. Надо с ним разобраться. Я не знаю, мне смеяться или сочувствовать Майе. Или, может быть, и то, и другое. Не знаю, попробовать пойти следом. Так. Ладно, пойдем, наверное, в центр заключения. 6 января. Центр предварительного заключения. Похоже, они допрашивают Мэгги. Я думаю, я уже все у нее спросил. Я вернусь, когда у меня появятся новые вопросы к ней. Ладно, отдел криминальных расследований, департамент. 6 января, полицейский участок, департамент криминальных расследований. Ну, приятель, ты нашел какие-нибудь улики уже? Те, что доказывают ее невиновность.
Нет, пока что нет. Мы лишь начали наше расследование. Что ж, что бы ты ни хотел знать, я предоставлю тебе это. Я пока забросил все остальные свои дела, приятель. Похоже, Гамшу действительно волнует все это. О, да. И еще одно. Пересмотр дела одобрен. Суд состоится в 10 утра завтра. И Гадот будет прокурором. О, он. А теперь слушай, приятель. Если Мэгги опять признают виновной, да, я постараюсь, чтобы тебя тоже закрыли. Понял? Да уж. Итак, виновный признали Мэгги Боярд, а? Ага. Вспоминая времена, когда она была в полиции, вы были ее наставником, когда она была новичком, верно? Ага. Я хорошенько за ней присматривал. Я имею в виду, не слишком хорошо, ну ты понял. Эй. Почему ты так... Почему ты как будто вот-вот рассмеешься, приятель? Я просто... Она... Не то чтобы... Я просто ее... Не то чтобы... Послушай. Уверен. То есть, несомненно, я был ее боссом, когда она проходила обучение. Но это было все. Ничего не случилось. Гамшу, похоже, слишком сильно потеет, если для... Если ничего, почему Гамшу так сильно потеет? А, так вот оно что. Наш большой приятель Гамшу был немного влюблен в Мэгги. Я... Не то чтобы она мне нравилась или что-то. Я просто... Запомнить на будущее. Рассказать об этом Майе. Послушай, приятель, никому не говори, хорошо? Ты должен хранить это в секрете, понял? Конечно. И ты не мог бы, пожалуйста, перестать догадываться, о чем я думаю все время? Эй, скажи это своему лицу, приятель, а не мне. Нужно быть слепым, чтобы не видеть, что у тебя на уме. Жертва. Итак, мне интересно. Вы не могли бы мне рассказать про жертву? Глен Элк. Он был компьютерным программистом. Компьютерщиком-программистом. Ладно, он просто был... Глен Элк, он был программистом. Я вижу, программистом. Он был обычным Джо, работающим на небольшую компьютерную фирму. Мэгги никогда не встречалась с этим парнем до того дня. И все, что она сделала, отнесла ему кофе в день убийства, приятель. Ага. Мэгги также утверждала, что никогда раньше не видела этого парня. Жертва часто посещала ресторан? Согласно шефу, нет. Говорится, что это был первый раз, когда там видели этого... Говорится, что это было впервые, когда его там видели. Шеф, это в смысле этому французскому чудику. Программист. И к тому же впервые посещает. С чего бы Мэгги убивать кого-то вроде этого парня? Вот и я так подумал. И тем не менее, мотив все равно каким-то образом был установлен на ее суде. Ты шутишь? Какой же у нее был мотив? Прости, приятель, я очень занят.
У меня еще не было достаточно времени, чтобы просмотреть все бумаги. Может быть, ты сам узнаешь, хорошо? Ну, конечно. Какой же это может быть мотив? Расследование. Это было не очень правильное расследование. То есть нет, это не очень правильное расследование. Я в некотором роде работаю над ним, над делом один. О, верно. Судья уже провел дело и все улики. Уже изучил дело и все улики. Единственная проблема с показаниями Мэгги. Ага. Не очень хорошо для нас звучит, а? Послушай, приятель. У меня гора бумаг по этому делу, которые я должен просмотреть до завтра. Поэтому я скажу только это. Мэгги Боярд не лгунья. Она... Окей. Она немного странная. Сейчас я этот чат посмотрю. Немного не от мира сего временами. Но она была хорошим копом. Это на самом деле не комплимент, знаешь ли. Так, ладно, наверное, мне стоит проверить, пришел ли в себя Twitch. Так что, по-твоему, случилось? И каким образом противоречит ее показания? Противоречит. Самая большая проблема с показаниями Мэгги – число людей за столиком. Ага. То же самое подумал и я. Мэгги по-прежнему настаивает, что там был другой парень, сидящий с жертвой. Верно. Но послушай. Все остальные, кто был на месте, говорят, что парень сидел один. Даже шеф. И к тому же это Сиди. Сиди? О, да. Она упоминала что-то про Сиди. И там был образец Сиди на столике, сэр. Но наши парни перевернули место вверх тормашками, и там не было никакого Сиди. Что? Ни на столике, ни где-либо во всем ресторане, приятель. Но разве Мэгги не говорила, что на жертве был наушник? Ага. Но он был от портативного радио, которое лежало в кармане куртки. Это из толстовки, наверное, все-таки. Привет, Серега. Радио? У него не было CD-плеера? Ты понял. Твой самозванец совершенно не объяснил это противоречие. Думая об этом, владелец Требьян также не упоминал CD. Я не знаю почему, но мне кажется, мистер Армстронг что-то скрывает. Ну блин, он юлил, а потом бац, и пропала важная вещь у нас. Естественно, он замешан во всем этом дерьме. Кроме того, не так уж просто
кого-то тронуть в ресторане, чтобы владелец не знал. Я предполагаю. Так. Что-нибудь еще тебе показать, может быть? Так, что у нас есть? Бейдж, пара газет. Что вы об этом думаете? Прости, приятель. В данный момент я могу думать только о Мэгги. Нет, я не имел в виду это, не имел. Тебе не надо объяснять, правда. Что это? Спортивная газета? Ага. Я нашел это за журнальным стендом в Требьян. Оно датировано днем убийства. Здесь может что-то быть. И посмотри на это. Видишь, что здесь написано? MC Bomber. Эй. Что такое? Я где-то раньше это название слышал. Да, MC Bomber. Ух ты. Внезапно он выглядит задумчивым. А, не получается, я не могу вспомнить. И вот он снова стал тем гамшу, которого мы все знаем и любим. Эй, приятель. Я ненадолго заберу эту газету, хорошо? Я должен провести анализ почерковедческую экспертизу для этих пометок. Почерк, а? Да, думаю, будет неплохо узнать об этом побольше в любом случае. Спасибо, приятель. Я думаю, это будет интересной зацепкой. Спортивная газета отдана гамшу. Меня самого на суде не было. Но я расспросил детектива, которого знаю, какой была защита. И что он сказал? Он начал со слов: у меня совершенно нет слов. Но он должно быть нашел что-то быстро. Он должно быть быстро что-то нашел, потому что. Затем он довольно живописно расписывал, насколько ты плох целый час. Но он говорил, что ты состал так сильно, что ты как будто бы специально старался, чтобы Мэгги признали виновной. Выглядело так, как будто я старался, чтобы Мэгги признали виновной. Ну блин, ладно, я не думаю, что это настолько уж требуется уточнение. Ясно, он прикинулся адвокатом именно для того, чтобы проиграть дело. То есть, так мало того, что ее подставил в убийстве, еще и над нами посмеяться, типа ха-ха. Видишь, как легко тебя подделать. Так. Тут что-нибудь ценное есть? Тебе, скорее всего, нет. Бедная Майя. Похоже, что мистер Армстронг действительно ее загрузил. Что ж, думаю, мне лучше позволить ей немного поработать в ресторане. Я заберу ее из Требьяна, как только все уладится. Так. Шеф Требьяна, шеф Требьяне, верно? Знаешь, что шеф сказал мне? О-ля-ля, ваше тело полно ля токсинов. И затем он дал мне эту бутыль. И что это? Я не знаю. На этикетке написано Juniper.
Мне приказали наливать пару капель в ванну. Да, мне приказали наливать пару капель в ванну каждый день. Приказали. Ага. Знаешь, что-то насчет этой леди. Я имею в виду парня. А? Ты не можешь перестать об этом думать. То есть о нем думать. А, ты не можешь перестать думать о нем. Не в этом смысле, приятель. Да, это самое... как это... Да, отдохнуть. По-моему, give me a break есть какое-то другое еще значение в этой идиоме. Не так быстро, приятель. Успокойся, он не мой тип. Я имел в виду, что... Я не могу перестать думать о том, что он как-то во все это вовлечен. Похоже, он знает немного больше насчет нашего очаровательного шефа. Да, в общем, похоже, он действительно этот персонаж, он этот самый. Ладно, так. Очаровательный шеф. Так что именно привлекло твое внимание в шефе из Требьян? Это довольно трудно сказать. Парень, наверное, даже не связан с этим делом все равно. Эй, ну же, детектив. Вы разве не обещали предоставить мне все, что необходимо? Ну... Это в некотором роде неважно. Слухи там всякие, знаешь, приятель. Послушай, как насчет этого? Ты пойдешь в Требьян и сам все расследуешь. Блин, все мне говорят, типа... А хотя нет, до этого он нам тоже сказал, что мотив узнавай сам. Блин, чувак, кто из нас двоих полицейский? Я адвокат, вообще это не моя работа. Моя работа это... Очень убедительно нести чушь в суде, чтобы побыстрее добиться оправдательного вердикта. Ну ладно. Если ты узнаешь что-нибудь подозрительное насчет парня, ты сразу же сообщишь мне, хорошо? Разве у меня не должен быть выбор, а? Думаю, мне лучше узнать побольше про шефа и Требьян. Перед тем, как сообщать гамшу. Так. Так, о чем бы еще его спросить? Может быть, еще что-нибудь про жертву расскажешь? Ладно. Вы ходили навестить Мэгги? То есть ты ходил навестить Мэгги? Конечно же ходил, но я... Мне не удалось ее успокоить. Я не очень хорош в словах. О. Да. Наверное, я сам выглядел довольно жалко. Мэгги меня действительно поддерживала. Было очень хорошо с кем-то поговорить. Он ходил ради нее или ради себя? Так. Этот парень будет прокурором на повторном слушании Мэгги завтра. О, правда? Он работает над несколькими более важными делами в данный момент. Но он отменил их лишь для того, чтобы... лишь для того, чтобы столкнуться... Лишь для того, чтобы встретиться с тобой, приятель. Почему этот парень так отчаянно желает увидеть мое поражение? Ты определенно привлекаешь много внимания, а? Жалко, что... Не... Жалко, что в плохом смысле. Так, ну ладно. Я думаю, Мию обсуждать смысла нету особого.
Эй. Почему она сегодня не с тобой? Она работает в ресторане сейчас. Работает, а? Ага. Это, наверное, тяжело, я это знаю. Окей. В следующий раз, когда я ее увижу, я научу ее готовить лучшую лапшу быстрого приготовления в мире. Нет, Twitch по-прежнему мертв. Блин, ладони потеют почему-то. Мы, бедняки, должны держаться вместе. Это единственный способ. А, он решил, что она пошла подрабатывать в ресторан, потому что... Да. Почему он пожимает мою руку с таким энтузиазмом? Так, ладно. Так, yes. Сохранились. Сейчас пойдем, наверное, в ресторан. В ресторан или куда нам пойти-то? Так, здесь по-прежнему никого нет. Требьян. Ну да, нам особо больше некуда идти. Только в Требьян. 6 января Требьян. Аромат цветов определенно силен. Я едва не теряю сознание. Ух ты, кто это? О, привет. Кто это только что был? Посетитель? Над ней словно видит какая-то темная аура. Добро пожаловать. Би Авеню. А. Ух ты, милый голос. А, не, нормально. Раз это она, значит, можно особо не париться с акцентом. О, это ты, Ник. Майя? Ну, как я выгляжу? Может быть, тебе стоит перестать быть медиумом? Может быть. Но довольно-таки скучно быть официанткой. Я имею в виду... Ты мой самый первый за сегодня посетитель. Так, что это за женщина я только что видел? Может, это был призрак? Нет, вряд ли. О-о. Ну, раз уж ты здесь, ты мог бы что-нибудь съесть. Ну, вообще, я немного голоден. Эй, Ник. Почему бы тебе что-нибудь не заказать? Шеф приготовил вкусный ланч. В этот самый момент. Ну или, по крайней мере, так он говорит. А сколько это стоит? А. Это... Винтесет. Это за $20, конечно. Винтесет. Что ж, я, пожалуй, пас. Это довольно-таки дорого. Что? Ну ты не можешь. Ну уже, Ник. Не каждый же день я работаю официанткой. Я хочу попробовать нести тарелки и работать у кассы. А как насчет почистить туалеты? Это должно тебя занять. А, верно. Ну, может быть, потом. Итак, тебе нравится твоя новая работа, Майя? Я никогда не знала, что у официантки столько обязанностей. Принимать заказы от людей, приносить им еду, делать кофе и работать у кассы. Конечно, нам нужен посетитель перед тем, как я смогу сделать что-нибудь из этого. Ага. Довольно милый ресторан. Очень жаль, что люди сюда больше не приходят. Не забывай о невероятно милых официантках. Посмотри на мою... генетип. Так.
Кто-нибудь мне поможет перевести слово тип? Или не тайп, по-моему, тип. T-I-P. Google точно не поможет. Ну ладно, придется импровизировать. Проверь мою... Дай мне наконечник. А! Проверь мою улыбку, дайте мне чаевые. Насчет ланча. О, хороший выбор, сэр. Нет, я... Кухня. Особый ланч, пожалуйста. То есть специальный ланч. Со всеми дополнениями. Напитки, салат, десерт и подарок. Мне ничего этого не нужно. Минуту, пожалуйста, сэр. Ну, довольно приятно увидеть Майю в чем-то помимо ее обычных одеяний. Майя действительно увлеклась всем этим. Так, сколько же стоит этот ланч? $20, а? Но с напитками, салатом, десертом это $45. Эй, подожди секунду, Майя. Простите, что заставила ждать, сэр. Вот, пожалуйста, ваш делюкс 40-й ланч. О. Блюдо из лобстера с оболонским фрикассе и... Так, один момент, пожалуйста. И винегретом бальзамик. Бон аппетит. Спасибо. Ну же, Ник, поторапливайся и попробуй уже что-нибудь. Лобстер, а? Хорошо. Сейчас. Отправляется прямиком внутрь. Ну? Ты голодна, Майя? Ужасно голодна. Вот, это твое. Правда? Помни, Майя. Мой кошелек не печатает деньги, так что тебе лучше убрать эту тарелку. Я только что вспомнила. Мне надо почистить туалеты. Эй! Тебе не нужно так спешить, чтобы чистить туалеты. Специальный ланч Требьян добавлен в судебный протокол. Значит, это важно каким-то образом. Каким образом этому парню удается делать вкус хорошей еды настолько отвратительным? Эй, Ник, хочешь посмотреть на кухню? На кухню, а? Неплохая идея. Ах, нет, ты хочешь поговорить про кухню? Нет, хочешь взглянуть на кухню, она все-таки сказала, по-моему. Так что там Мэгги вчера сказала? Что там Мэгги сказала? На кухне вы увидите все величайшие секреты шефа. На кухне? Звучит вкусно. Эй, подожди, Майя. Что такое? Я довольно занята сейчас. Разве ты не собирала показать мне окрестности? Да, у меня был план найти какую-нибудь клевую улику и показать ее тебе прямо в лицо. Мне лучше самому обыскать кухню.
кухни. 6 января, Требьян, кухня. И вот она, знаменитая кухня Требьян. Я здесь тоже впервые, на самом деле. Здесь довольно странная атмосфера. Это правда. Мистер Армстронг скоро вернется, так что нам лучше провести быстрый осмотр. Живо, живо. Привет, Ваня. Так. Я надеюсь, нам настоящий счетчик времени не включат тут. А то это было бы не очень приятно. Ничего ж такого напряженного вроде не происходит. Так, ну что ж. Быстро, значит, быстро. Так, кастрюля. Пахнет хорошо. Там что-то кипит. Наверное, лобстер с оболонским фрикасе и винегретом бальзамик. Это разве не то, что я только что съел на ланч? Может быть. То, что ты съел, было единственным известным мне французским блюдом. Так, а это что за хрень? Что это? Похоже на сундук с сокровищами или типа того. Ух ты! Посмотри на все эти маленькие бутылочки. О! Это все ароматические масла. У него их так много, что они практически завалили пол. За ними не видно пола. Ой. Давай посмотрим. 1, 2, 3, 98, 99, 100. Они все одинаковы. Эй, погоди минутку. Что такое? Одна бутыль отличается от остальных. Ну... Ух ты, правда. И на ней нет этикетки. И... Она не пахнет. Так что же там за жидкость внутри, интересно? Эй, Ник. Нам надо это забрать. Я имею в виду... Посмотри, как много у него бутылей. Он и не заметит, если одна из них пропадет, не так ли? Возможно, здесь и держали яд или еще какую-нибудь дрянь. Она слишком сильно выделяется, эта бутыль. Так, что у нас дальше там интересного есть? Ой, вот это огромное зеркало. Не сомневаюсь, что именно перед ним он и прихорашивается. Тут книга на столике. Кларисс Армстронг. Литература для сна. Не похоже на материал для Пулитцеровской премии, да? Похоже, что это коллекция поэм, которую он написал. Не, подождите. Там же, по-моему, было написано что-то типа Кларисс Армстронг, а он вроде как Жак. Или он Жак Кларисс, или у него есть женское альтер-эго все-таки. Ладно, лучше об этом не задумываться. Поэмы, круто. Прочти какую-нибудь. И обязательно со своим лучшим французским акцентом. Намеренным, окей? Окей, вот она. Она называется... Принтен. Же два их, как актеров на пленке. За кофе все еще не выпито. Ничего не происходит слишком быстро в воскресное утро. Глупые коктейли так вкусны. Выпейте немного чаю. Я знаю, что я сделаю. Я должен солгать тебе, я должен. Возможно, в оригинале это... Не, я думаю, в оригинале это тоже должно было звучать как бред.
Что такое? Ага. Это поэма для тебя. Не знаю, что это. Что если это, блин, все-таки зацепка? Их было двое, я должен солгать. Я не думаю, что это случайное совпадение, что эти две этих фразы здесь встретились. Возможно, это никакая не поэма, в конце концов. Это напоминалка себе. Ну почему только мне это пришло в голову? Почему главные герои это самое иногда так тормозят в своих соображениях? Здесь нету лип, ладно. А здесь? Для чего нужны эти занавески? Я не знаю. Но благодаря ним здесь чувствуется, здесь все чувствуется по-домашнему, не так ли? Занавески. Знаешь, если бы я была поварёшкой, я была бы счастлива находиться на шкафу под ними. Как на такое отвечать? Ой. Теперь я знаю, что я во французском ресторане. Я никогда не слышал о большинстве этих цветов. Потому что это не цветы. Приправы, да. Это не цветы, это приправы. Никогда не слышал о большинстве этих приправ. Эй, Ник! Этот контейнер с соусом ойстер, что это такое? Разве он используется не в китайской еде? Посмотри, прямо там в углу. Моя Магатама, что она здесь делает? И точно что? Я говорю, это самое, шеф явно упер. Магатам, он активный сообщник, его надо, короче, схватить, прижать к стене и как следует отмудохать. Ну это так, мечты, разумеется, мы не будем этого делать. Так. Это уже даже не похоже на то, что он случайный участник. Тут можно было бы, наверное, предположить. Так, ладно, про это она нам уже говорила. Не, ну вообще... Мы нашли Магатаму, мы нашли пузырек. Может быть, с кухни уже все? Или он должен появиться? Ну ладно. С поварёшками, с кастрюлями разобрались. Так, с приправами тоже, да? Да, с приправами разобрались. Вроде я тут все перетыкал, чем можно было. Я ничего не упустил. Довольно интересно, в принципе. Так, здесь она опять говорит про приправы. Здесь она, наверное, опять что-нибудь скажет про кастрюли, да? Да. Блин, это же явно подсказка. Их двое, я должен солгать. Сказать, блин, что там кто-то один. Ну ладно. Видимо, мы это сообразим позже, когда будет положено по сюжету. Но пока что, наверное, сохранимся еще разок и выйдем отсюда. Ну, в смысле, из кухни. Потому что, по-моему, мы все обшарили. Да и в конце концов, как бы... кажется, я понял. В принципе, он ведь когда Магатаму, ну точнее, когда он все это начинает логический допрос, он ведь говорит take that. То есть, видимо, он им все-таки сует морду этот камень. И кто-то, наверное, успел где-то об этом обмолвиться из пойманных преступников или еще из кого-то, что этот странный тип в синем костюме, мало того, что он там в суде устраивает клоунаду, он еще и периодически ходит какой-то зеленой фигней, тыкает нам в рожу. И преступник, короче, заранее подготовился, типа, сделал себе пометку, надо украсть у него зеленую фигню. Ладно, уходим отсюда, наверное.
Или нет? Блин, я даже не знаю. И все уже сделали. В принципе, я ведь вроде добыл уже кое-какие улики. Наверное, есть что предъявить Гамшу, но... Вообще, все, что красным помечается, это, по-моему, важные детали дела. То есть это обязательно где-нибудь потом всплывет. То есть эта книжка, это не просто книжка бредовых стихов. Так, ладно. Наверное, все-таки пойдем... Так. Да, пойдем к нашему доброму другу-детективу. Ой, только не вздумай не оказаться на месте, сволочь. Эй! Ты как раз вовремя! Что такое, детектив Гамшу? Лаборатория только что изучила эту газету и вернула ее мне. Из лаборатории только что изучили эту газету и вернули ее мне. Он, наверное, имеет в виду спортивную газету с пометками. И что они сказали? Экспертиза принесла результат? Нет. Какой результат экспертизы? Они говорят, что пометки были сделаны жертвой, Гленом Элгом. В этом нет сомнений. Я именно этого и ожидал. Жертва взяла газету с собой в ресторан в день убийства. Это наша лучшая интерпретация фактов на данный момент. MC Бомбер. Где-то ведь я уже слышал это название раньше. О, да. Я думаю, что я еще вспомню. Не забудь рассказать мне, что бы ты там не нашел в ресторане. С каких пор мне дает приказы Гамшу? Кроме того... По-моему, я должен ему что-то показать. Да, определенно должен. Так, презент. Удивить. Так. У тебя тоже одна из этих бутылочек с собой, а? То есть из этих пузырьков. Только этот не пахнет. А? Я тебя не понимаю. Может быть, он и лежал среди пузырьков с ароматическими маслами, но он не такой... Это не то же... Может, он и лежал среди этих пузырьков, но это не то же самое. Он даже выглядит иначе, не так ли? Маленький пузырек, который не пахнет, а? Пахнет как скунс для меня, приятель. Ты не против, если я ненадолго заберу этот пузырек? Я хочу, чтобы его проанализировали в лаборатории. Жертва была отравлена. Так что содержимое этого пузырька очень важно. Пузырек перед Гамшу. Мне кажется, есть что-то забавное в этом шефе. Вы подозреваете Жана Армстронга? Я разгадал номер этого парня. Я знаю, каков его секрет. Наверное, тот же самый, о котором Гамшу говорил раньше. Думаю, мне лучше раскрыть тебе детали. Насчет секрета этого парня, я имею в виду. Да, обязательно надо выдержать драматическую паузу. Сразу сказать он не мог. Ну давай, просвети меня, секрет Армстронга. Так какой у мистера Армстронга секрет? Ты когда-нибудь обедал в Требьян, приятель?
Да. Ну и каково оно? Честно говоря, не очень. Эй! Не надо смягчать для меня слова, приятель. Мы с тобой оба знаем, что причина, почему это место так пусто, в том, что там ужасная еда. Я имею в виду, место чистое, и у него есть девчонки вроде Мэгги в качестве официанток, так что... Ага. Вероятно, все дело в еде. Настоящая сенсация касательно этого парня, то, что... Ага. Настоящая сенсация касательно этого парня в том, что он по уши в долгах. Правда? И сколько же он должен? Это копия его... Так, лон, мне недавно попадалось это слово. Это копия его контракта о заеме. Здесь около полумиллиона выделено красным. Полумиллиона? Мы говорим в долларах? Ага. Эй. Если бы это был стерлинг, он бы действительно был в беде. Прости. Я действительно удивлен. Ага. Это дело полно сюрпризов. И я не сомневаюсь, что шеф как-то связан с большинством из них. Таково мое чутье. А кому же он должен? Мы не будем это обсуждать. Я думаю, это тоже может быть важно. Это на полмиллиона долларов, приятель. Это, счет на полмиллиона долларов. И зачем там это, неужели так много денег замешано в этом деле? Я не могу дать тебе ответ на это, приятель. Только... То есть, если дело не лежит передо мной... Но я скажу тебе вот что. Этот Армстронг сделал бы что угодно ради наличных. Он так отчаян, понимаешь? Нет, я не понимаю. Но я думаю, что у меня начинает складываться картина. Что ж, очень хорошо. Может быть, теперь мне позволят его допросить с пристрастием. Привет, Андрей. Ну, понимаешь, надо еще картинки будет искать. А что, то, что есть, разве плохо? Ой, ладно, сейчас что-нибудь. У меня, правда, их мало сейчас, но... Обзор. Надеюсь, плохо ему не будет. Ладно, это немного, хотя, так. Да, та самая подозрительная мелодия из финала предыдущей части. Так. Надеюсь, это не слишком много сцен для... Так, обзор.
Так, чуть-чуть все-таки уменьшим. Хотя нет, я другую картинку сделаю. Удалить. Блин, они все большие адски. Не, черт, чтобы удалить. Я их, скорее всего, удалю после сегодняшнего стрима. Потому что я теперь всегда удаляю картинки с ноута, чтобы опять же место сэкономить. Так, может быть, это будет маленькое. Хрен-то там плавал. Ладно. Так, стой. Да, вот как-то так. Да. Надеюсь, сойдет. Так, что-то случилось у них. Какие там полосы? Там нет никаких полос. Да, это Мэгги. Ее опять подставили, и в этот раз преступнику хватило наглость прикинуться Райтом и проиграть дело. А мы теперь пытаемся это все исправить. Так. По уши в долгах. Ладно, идем, короче, в Требьян. Можно было посмотреть хотя бы запись предыдущего стрима тогда уж. Чтобы знать. Так, этот урод не появился, да? Что ж я, блин, упустил? Насчет этого. Прости, Ник. Я теперь официантка. У меня довольно много работы. Ждущий меня. Так, что мы будем делать дальше? Дальше надо... Блин, что делать-то дальше, а? Должно быть, именно здесь произошло отравление. И здесь остался след копья. Так. Может, я не все обсудил с Гамшу? А. Ладно. Это, мне казалось, должно было еще что-то произойти. Идем дальше. Нет, назад. Так, может быть, на витамин сквер что-то изменилось? Да, похоже на то. Хотя, скорее всего, просто никого нет. Старика тут больше нет. Проклятие. И тем не менее, у меня остались неотвеченные вопросы от него. Так, вроде не было раньше этого мотобайка. Скутер, а? Кто его бросает посреди парка вот так? Колесо и фара разбиты.
Наверное, случилась авария. Он полностью поврежден. Эй! Что ты такое делаешь с моим байком? А, вот и ты, красавец. Я-то все думал. Ты что? Сломал мой новый транспорт? Это то, что ты делал? Новый транспорт? Это... Ты за это заплатишь. Это был не я. Я просто проходил... И кто же тогда сделал все это, а? Ты заплатишь, если понимаешь меня. Нет, подождите секунду. Я не голубь, я умный парень, а? Блин, из какой лаборатории он вообще вылез? Я буду бить тебя так сильно, что... Ты будешь как будто сбит поездом. Причем тоже каким-то образом уродует слова. А, хотя подождите. Ну да, он вроде какой-то, наверное, испанец. Но лезь смотреть, как изображать испанский акцент, неужели? Тебе лучше следить за своей спиной. Это не кончено. Я... Раундап. Нет. Картинка, не картинка, блин. Это устройство захвата изменения на вот. Уже перекрывается половина этого. Вот так вот. Раундап. Я округлю группу... Не, я соберу группу юристов, и тогда ты заплатишь. Ну, что приложение свое. На самом деле, я сам юрист. Что ты сказал? Я Феникс Райт. Адвокат. А-ха-ха-ха-ха. Феникс Райт. Ты говоришь, что ты Феникс Райт? Да. На самом деле, я он. Так. Алло? Ха-ха, всем привет. Да, привет. Да, вот этот встретил очень интересного субъекта. Покруче, чем Фантомас будет. Да. Так, продолжим. Так ты тоже умный, а? Да. Потому что я Феникс Райт. Один и единственный. А, ну вот, собственно, мы нашли этого, как это называется, самозванца. Что? Дороги. Я... Ну, в общем, он сам себя скипает, поэтому у меня не все его фразы успели прочесть. Он ушел. Это ведь точно был не самозванец, да? Нет, это явно был он. Он совсем на меня не похож. Что ж, мне лучше записать скутер. Ну да. Скутер добавлен в протокол. А, жалко. О, это вы. Несколько угроз от мелкого поганца вроде тебя. И ты выглядишь словно голубь, у которого в глазах семена. Вы все время следили? Я был в Вишенке. Мне надо было кое-что обдумать. Скорее, кое-что скрыть. Так. Вы постоянный посетитель ресторана, сэр? Если вы его так сильно не любите, почему вы продолжаете туда ходить?
Сэр, вот вам, мерзкие голуби. Вы хотите еды, ха-ха, получайте. О, о, наконец-то. Так, психозамки опять. Я это знал. Этот старик определенно что-то скрывает. Но что это может быть? Так. Мне этот мужик кого-то напоминает даже именем. Ну да. Ну как там у него имя-то? Old Man. А, ну да. Я говорю, это ее муж, судя по всему, какой-нибудь или брат. Я бы не удивился. Так. Посмотрим, что мы у него можем спросить. Так, наш любимый магический допрос. Да. А что, Алиса грозилась забанить? Ну, это написала в откровенную прям. Так. Сейчас надо чуть-чуть увеличить звук эмулятора. В этот раз ты скажешь мне правду. Почему... А, почему ты постоянный посетитель ресторана, который тебе так сильно не нравится? Разве это не очевидно? У людей лишь одна причина ходить в рестораны, чтобы поесть. Поесть? Это вся правда? Что ты имеешь в виду? Я не думаю, что ты ходишь в ресторан ради еды. Ты жалкий поганец. Как ты смеешь меня оскорблять? Какие у тебя доказательства? Я могу сказать, что ты... Там ради чего угодно, но только не еды. Так, херба. Получай. Доказательства в пудинге. Или в данном случае в меню ланча. Это... Твинтесет. Еда в Требьяне ужасна и дорога. Ты не прав. Она дешевая. А? Я богат. Я... заработал много денег, когда был мальчиком. Да, я ужасающе богат. Я... сделал много работы с тех пор, как родился. Помимо того, что кормил голубей. Какое вранье. Вкус – другая история. Но цена – это для меня ничто. Так ты утверждаешь, что ты там был, потому что у тебя есть много денег, чтобы их прожечь. Именно. У меня так много наличных, что я мог бы плавать в деньгах в своем хранилище каждый день. У него нет прав. Да. Только Скрудж-то может. Да-да. Так. К сожалению, это ложь. Что? У вас нет денег, чтобы их прожигать. Так. И доказательство этого... Не знаю, есть ли у меня доказательства этого. Да, я так и думал. Да, наверное, мы его допросим, когда я соберу еще улик. А, я думал, она теперь банит за это. Вот, не банит. Но тем не менее, она предыдущее видимо, такое она сообщение такой не отправила. Же пошлый, как и мы все. Да. Все. Так. Сказал, что он в детстве много играл в песочнице, и, может быть, стоило бы вернуться позже. Потому что это про арест. Но это все, по-моему, нам не очень помогает сейчас. Надо теперь... Мы нашли доказательство того, что еда там ужасна, но мы не нашли доказательство того, что этот чувак бедный.
Ну, то есть, что он утверждает, что он очень богат, но это все вранье. И мы даже на самом деле не знаем, по-моему, его имени. Так. 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 Ну, изменение системы. Вот так. Поправил. Так. Ой, чё я туплю? У меня есть доказательство его бедности. Какой? То, что он работает, это самое так отчаянно, типа. Это ваше, не так ли? Мой журнал. Зачем это богачу вроде вас искать работу? Ну и что с того? Что с того, что я ищу работу? Я покупаю очень много на данный момент. Мне нужно тратить деньги, а? Я хожу в ресторан не ради еды. Я хожу ради джавасина. Ага. Вы имеете в виду, наверное, капучино. Как бы то ни было, вы знаете, сколько там стоит капучино? $8? В чем твоя проблема? Ты думаешь, бедняк не может позволить выпить немного воды, не так ли? Нет. Я не об этом. Мне интересно. Если кофе там такое замечательное, нет. Совсем нет. Ну, в любом случае, да. Там свободные газеты. Чтобы читать газеты. Именно. Они хотят, чтобы я торчал дома. Так что я хожу туда. Простите, сэр, но нету газет в Требьяне. Ну. Так, это неправильный ответ, да? Так, привет, комбатант. Ну да, можно сказать, что это квест. На всяком случае, тут периодически надо разгадывать загадки. Это Ace Attorney, игра для Nintendo DS, точнее, Ace Attorney Trials and Tribulations, третья часть трилогии. Мы тут сперва проводим расследование, говорим с людьми и так далее, а потом нам надо выступить в суде и, находя противоречия в словах свидетелей, доказать, что наш клиент невиновен. Так, ладно. Я думаю, газеты мы, точнее, нам надо пойти еще раз сфотать, ну, условно говоря, сфотать журнальный стенд в Ребьяне, чтобы доказать, что нету там никаких газет. Но нам вообще Мэгги уже говорила об этом. Может быть, ее слова могут служить, да нет. Так, давай, профиль. Да, здесь полно журналов. Да, тут только журналы, тут нет газет. Так, она нам ничего не скажет, ладно. Да уж. Черепах тут, слава богу, нет.
Ну, вообще, я думаю, что в чем-то они родственны некоторым местным персонажам во вредности, но все равно. Так. Так, там нету газет, там нету газет. А что является доказательством того, что нету газет? Газета, принесенная посетителем, вряд ли. Может быть, профиль Мэгги как раз-таки. Так, проверим еще раз. Может быть, у меня есть что-нибудь, чтобы доказать, что там нету. Нам же говорили, что там нету никаких газет, блин. Точнее, нам... А, да, все-таки она. Посмотрите на это. Ну и что это? Это газета, которую я нашел за журнальным стендом в Требьян. И что с того? Это была единственная газета там. И она датирована прошлым месяцем. Что? Вы понимаете, к чему я клоню? Этот ресторан, в этом ресторане нет газет. Это единственное, и ее принес посетитель. Мы его почти добили. Скажите мне, почему вы так отчаянно прячете правду? Скрываете правду? Я ничего не скрываю. Мне придется заставить этого парня страдать. Послушайте. Реальная причина, почему вы так часто посещаете Требьян? Получай. Зачем вы спрашиваете меня об этой девчонке? Она была официанткой в Требьяне. А. Кроме того, ответ на вопрос, почему старик так часто пьет дорогое кофе в ужасном ресторане... Официантка. А? Но я не узнаю это лицо. Наверное, вы говорите правду. Потому что вы не смотрите девушкам на лица. Вы смотрите на костюм. Это правда, не так ли? Вы именно из-за этой формы стали частым посетителем. Только о ней вы можете думать, не так ли? Я не могу это вынести. Для вас эта официантка ваш... Достаточно, пожалуйста, не надо больше. Прекратите говорить. Прекратите говорить, официантка. Прекратите, прекратите, прекратите. Все, мы его раскололи. Да, возможно, стоило немного репутации потерять, чтобы ее красиво восстановить. Да... Ну что ж, колись, Старфлёр. Сэр. Да, это правда. Я там был ради юной девушки. Хорошо. Так что я грязный, больной, грешный старый черт. Нет-нет, я не это имел в виду. Я даже взял еще чашку этого джавасина каждый раз за $8. И все из-за девушек на обслуживании. Накажите меня, заприте меня. На самом деле, я здесь не за этим. Вы будете таким же. Еще 20 лет, и вы поймете, каково это. Знаете, как это болезненно для старика вроде меня. Нет, на самом деле, послушайте, сэр. Прекратите меня так называть. У меня есть имя, мальчик. Как насчет немного уважения? М?
Я Виктор Кудо. Простите, мистер Кудо. Так вы, молодежь, думаете, что вы все знаете, не так ли? Что ж, я больше слова не скажу. Я больше ничего не скажу. Этот парень был в ресторане во время инцидента. Что означает, что он слышал... Что означает, что я должен услышать его показания. Так или иначе. Я в это не верю. Я даже сломал его психозамок и все такое. Наверное, мне лучше с ним поговорить, когда он будет в более хорошем настроении. Простите, сэр. Могу я спросить об этом? Сэр, вот вам, вот тебе мальчик. Как эта голубиная еда звучит для тебя? В общем-то, я не на это надеялся. Ну хорошо. Комбатант. Да, я тоже надеюсь, что мы доберемся сегодня до суда, хоть это и трудновато бывает. Ну такой, в общем, дядечка. Я думаю, нам действительно ничего, да. На все будет одинаково реагировать и кидаться в нас этой фигней. Наверное, мы от него получили все, что могли. Так что... Да, наверное, лучше уходить. Блин, нет, здесь никого не появилось. Так, меняюсь, мне время прикрыть камеру. Да, пожалуй, лучше. Еще немного подумать. А картинку туда поставить? Куда? А, ну ладно. Ну вот я. Ставил заглушку, ладно. Да, что же теперь делать-то? Как этого урода? А, так, может быть... Так, стоп. Так, Гамшу нам ничего не ответит. Так, ладно. Что же тогда еще нам сделать? Ага. Блин. Это как-то не очень хорошо. Так. Так. Все ли мы ему показали, обо всем ли мы его расспросили? Надо подумать. Так, скутер. Документы. Еда. Он ничего об этом не думает, ладно.
Так, это мы уже все обсудили. Так. Понятно, ничего она нам не скажет, да? Так, а по поводу этого тоже ничего? Тоже ничего, ладно. Так. Ладно. Да, об этом... Ни о чем об этом она нам сказать не может, да? Так, профили. МС Бомбер. Надо еще как-то Гамшу помочь освежить его память, наверное. Ну, только как? Так, допросили этого уродца. Так. А, ну да. Чё же это я? Действительно, было бы логично попробовать это сделать. Хотя, учитывая, как намного он отвечает, что я ничего об этом не знаю, я, наверное, предположил, что он и об этом ответит. Ладно, все, короче, обратно. Так. Другой свидетель, давай. Он похож на этих старых ворчунов. Ага. Это окей. Я не против таких ребят. Но если он каким-то образом вовлечен в это дело, это другая история. Конечно. Это задача для тебя, приятель. Если ты хочешь получить информацию от ребят вроде него, тебе надо найти его слабость и попытаться надавить на нее. Его слабость? Интересно, что это может быть. Блин, уже очевидно, это легко одетые официантки. Но, блин, как мне это поможет? Так, это мое прохождение, да? Так. Ладно. Интересно, конечно, эти локации соединены. Чтобы попасть в ресторан из полицейского участка, надо обязательно пройти через центр предварительного заключения. О, это тот старик. Он все еще кормит голубей? Ага. И меня он тоже накормил. У меня довольно много теперь семян в этих глазах, ты семечек. О, ой. Эй, Майя, ты не против пойти прогуляться со мной немного? А? Я? Почему? Есть кое-что, о чем я хочу расспросить старика. О, конечно, окей. Я лишь переоденусь. Нет, подожди. Ты не могла бы пойти вот так? Я полагаю... МСР. Ты опять. Я вижу. Ник. Его взгляд. Можно сказать, типа, его глаза вцепились? Нет, наверное. Короче, ладно, просто он уставился на меня. Это окей. Я думаю, все идет хорошо. А? Ты все еще лишь маленький ребенок.
Иди поиграй на катке, хорошо? Поиграть на катке? А, мы были так близки. Еще чуть-чуть, и он бы раскололся. Голод, Как нам расколоть этого парня? Простите, пожалуйста, сэр. Тихо. Вы что, не видите? Я кормлю голу... Мия? Ну... Если вы не против, сэр, мне бы хотелось поговорить с вами. Да-да-да. О, конечно же. Определенно. Я Виктор, Виктор Куда. Даже из могилы. Ух ты. Да, даже будучи мертвой, она остается такой же. Да, это самое, как бы это сказать. О, привет, Бизикул. Так, что вы видели, Требьян? Постоянный в Требьяне. Ну, что вы видели, разумеется. Насчет инцидента. Вы имеете в виду мужчины, который умер, выпивая джавачина? Это словно совершенно другой человек. Это было шокирующе, даже для меня. Он очень странно выглядел. Девушка принесла ему джавачина. Вы видите. И этот посетитель был один? Определенно. Он был единственным за тем столиком. Как только он сделал глоток джавачина, он... И он сказал что-то, типа... И затем упал. Мертвым. Замертво. Как ужасно. Ты такая хорошая слушательница, не так ли? Я тебе все расскажу, чего бы ты ни хотела. Похоже, сейчас он говорит правду. Похоже, что мистер Куда также не видел другого человека. Вам нравится еда в Требьян? Ну, конечно же. Я весьма... Опять это чертово слово. Sophisticated. Так, не надо ничего синхронизировать. Уважаемый, наверное, да? А, я весьма сложный человек. Я когда-то был молодым бизнесменом, ты знаешь. Я владел казино в Лондоне. Правда? Как интересно. Есть еду в ресторане, заставляет меня вспомнить мои дни во Франции. Какая очаровательная история. Да ничего, что Лондон в Англии, а не во Франции. О, да. Франция очаровательная. Я бы хотел как-нибудь показать вам город. Для себя. Это слишком, я не могу это. Я хочу Францию. Ха-ха-ха. Не могу поверить, что Мия смеется над парнем. Вы часто посещаете Требьян, не так ли? Конечно, я имею в виду, да. Я бы хотел пойти и увидеть тебя там, ха-ха. Правда? О, ты такой... Латарин. О. Фаренгейт? Ну, скажем так, я его качал и запускал, но я в него недолго играл. Надо будет потом как-нибудь попробовать. Латарин. Флаттерин. Мы имели в виду Флаттерин, но... Лесный. А, да. О, ты такой льстец. Владелец будет рад пригласить тебя, я уверена.
Остерегайся этого шефа, моя дорогая. Шефа? Вы имеете в виду мистера Армстронга? Это верно. Он... Так. Он кто у нас? Он. Короче, он бывший, не знаю, сотрудник, сообщник. Он... Или, наверное... Бывший... Ладно, узнаем дальше, наверное. Рекорд Армстронга. Что сделал мистер Армстронг? О, нет. Эти глаза, я не могу это принять. Мия действительно заставляет этого парня есть с ее руки. Он похищал вещи от посетителей. У своих посетителей? Перчатки. Наручные часы, маленькие вещи обычно. Он карманник, так что будьте осторожны. По крайней мере, я надеюсь, я правильно угадал. Точнее, понял. Террара. Донеси копил. Да, он воришка. Он воришка, так что будьте с ним осторожными. Ты уверен в этом? Конечно! Его даже за это однажды арестовали. Я был там, когда это случилось. С моим Джавачино. Он действительно постоянный клиент. Позвольте мне написать вам маленькое хайку об этом. Хайку? Японская поэма. Она объяснит все, что нужно знать про, по поводу шефа. Она добавит протокол. Если он что-нибудь опять заберет, дайте мне знать. Если это не слишком дорого, я куплю тебе замену. Бедный парень. Не может прийти в себя от Мии. Окей, Феникс. Я думаю, это все, чем я могу помочь. Спасибо, Мия. У нас здесь действительно важная информация благодаря тебе. Честно говоря... Не могу поверить, что Мия зовет, что Майя зовет меня за чем-то вроде этого. Ну что поделать, действительно, из них двух она наиболее такая, скажем, привлекательная, хотя Майя тоже ничего. Так, ну теперь-то мы можем допросить этого подонка. О, она все-таки переоделась. Могла бы и дальше так ходить. Я полагаю, пришло время... Закончи сегодняшнее расследование. Тебе надоело быть официанткой? Ага. Кроме того, плюс, никто так и не пришел в ресторан. О-ля-ля, мадемуазель Майя. Но... О... Вы не можете меня так бросить. Простите. Это напоминает мне... Мистер Армстронг... Имел один или несколько психозамков, не так ли? Я должен их сломать. В общем, он просто клептоман, видимо. Он поэтому стырил эту хрень. Я думал, что он специально, потому что он знал, что она может, но нет. Мистер Армстронг, я надеюсь, вы не против, но я бы хотел еще немного с вами поговорить. Бонтиры, о, конечно. А?